Как прошел ваш первый день на карантине? Больше половины опрошенных пермяков поделились, что сидят дома и занимаются домашними делами. Около 20% респондентов ходили на работу, потому как являются сотрудниками непрерывно работающих или жизненно важных организаций. Около 15% признались, что хоть и сидели дома, но в первый день строгой изоляции ничем не занимались. Меньше всего оказалось людей, которые работают удаленно. 10% опрошенных. Начала смотреть сериал, который я откладывала уже очень давно, и, к сожалению, у меня не находилось на него время, а сейчас у меня его очень много. Я чаще стала общаться с членами моей семьи, с мамой, с сестрой и с папой. Мы вместе смотрим какие-нибудь фильмы, вместе играем, готовим, убираемся.